результате нарушений технологического процесса спускоподъемных операций буровая вахта допустила нефтегазовода проявления. Не распознав первые признаки проявления, буровики упустили время. Скважина перешла на режим открытого фонтанирования. Через 6 часов фонтан самопроизвольно воспламенился. Буровая вышка упала. Была предпринята попытка отстрелять разрушенное противовыбросовое оборудование и расчистить устье фонтанирующей скважины от остатков сгоревшей буровой установки. Несмотря на неоднократные попытки, выстрелить так и не смогли. Пушка не сработала из-за низкой температуры. В эти дни столбик термометра опустился до отметки минус 47 градусов. Там, где отказывала техника, вперед шли люди. После того, как устье скважины было расчищено, навели подготовленное противовыбросовое оборудование. Открытый фонтан стал управляем. Фонтанщики после 10 дней тяжелой и опасной работы укротили скважину.